Доброе утро. Доброе. Как рыбалочка, что-то есть? Это так и не было, да, из-за холодов. Нет, бычка. Ничего пока не съесть. Ну, может, фириночка там бегает. Фириночка бегает, уже хорошо. Попробуем и мы. Да, счастье. Morning, my friends. Today I'm planning to show you my fishing place in Odessa. You see. Sixteen station. It is a pier. Behind 16th station, where is it? Right now behind me, 16th station. Here is the best place to catch flounder in the autumn period. Yeah, perfect. Очень the place of fishing. Some waterfall. Place here, but it's closed now. Доброе утро. Дергает что-то? Нет. Мелюза, наверное, да? Так что-то поклевочка пожирает. Доброе утро. Есть поклевочки? Ну, мелюзга уже, да? Серьезного нет. Доброе утро. О, хороший улов. Есть такой. Это вы с пирса, да? Или прямо здесь? Вот здесь. Доброе утро. Доброе. Как рыбалочка, что-то есть? Это так и не было, да, из-за холодов. Нет, бычка. Ничего пока не съесть. Ну, может, это светлое. Ну, это есть, фириночка там бегает. Фириночка бегает, уже хорошо. Попробуем и мы. Да, счастье. Making my weapon. Hook size for two hooks, by the way. Let's try. I think this is probably hardest, most hardest place. This is like lips of the muscle. I'm fixing. Ферина фиш. The other thing is muscle. Meat of muscle. Fresh muscle.